парочка. Я сейчас еще расскажу, кстати, про сборную Японии, но, скажем так, Корея, к сожалению, их, точнее, к счастью, возможно, их поколение, то самое золотое, которое судьи вытащили на матч за третье место, оно сошло на нет, и нового не появилось. Чемпионат Южной Кореи тоже не развивается. Они привезли слабейшую сборную. Я не знаю, как ее можно было не победить. Наверное, только Капелла, блядь, знает, потому что выходил играть на ничью с таким дерьмом, просто адским говном. И их обыграли вдесятером дублера сборной Бельгии. Это не значит, что Бельгия настолько...